Заебало это сюда уже. Скажи хавасским производителям пару слов. Арсена. Да и попытка. Нет, скажи, что, претензии есть какие-нибудь? Я вот еще Радика сейчас пойду сниму, который валит. Короче, производители КамАЗа, зачем вы делаете эту систему на север? Да вообще на север. Нет, ты понимаешь, мы думали, что зимой перекачивают, как Радик сейчас говорит. Что, говорит, это лед, хует там, жидкости заливали, так она и летом не качает. Как жопа у старича, блядь. Впереди такая же хуйня. И все, вот уже поломано, подписано. Вареные кабины уже только, у меня не вареная. Мишани уже вареная. Ну, у Мишани на заводе вареная, даже покрашена. Смотри, Радик, ебет. Я не могу, блядь. Фу. Табак ваш. Все, ты уже привалил? Он уже приводил, да, я зарезал. У него тоже не качает, нихуя. Ну-ка, подержи. Потом подашь. Сейчас я посмотрю. Это наварено. У Сашки вообще наварено, пиздец. Вот. Приварил, да, уже? Я дышу. С твоей стороны наварено уже. Да, блин, у меня пальцы что-то не чувствуют, нифига. Уменьшить. А, вот. Вот. Новые КамАЗы. Года нет. Полгода КамАЗа. Вот постоянно. Лопнуло. А, и снизу даже вадим. КамАЗ. Молодцы, хули, заебись делают устройство. На подушках КамАЗы! Ебутся все. Пару слов для конструктора подушек. Вежливая форма, Михаил. Не занимайся больше этой хуйней. Конструктор? Да. Помидоры сажай, блядь. Вот, помидоры сажай, еще что скажешь, Михаил. Радик! Пару слов конструктору КамАЗа. Который придумал эти подушки. Пошел он нахуй, блядь. Урод ебаный. Пидорас, блядь. Вот такая же хуйня. У меня было такое видео, это пиздец, блядь. Я там матом его крыл, когда вот так вот да-да-да-да-да ехал, ебаный. Как дурас он, блядь. Вот так вот мужики ебутся вместо того, чтобы работать нахуй. Деньги зарабатывать. А вам деньги не нужны, блядь. А подножку попробуй, наверное, не хватит, блядь. У Мишки тоже жопа не качает. Да, блядь, ладно, зима, да? Лед не лед. А сейчас лето, ёб твою мать, чего им не хватает? Переделку. Ну, надо мановские попробовать, Радик, поставить. Они помягче. Мои все равно как-то это... Хотелось бы помягче немножко. Хоть мазовские можно ставить. Мазовские не подойдут, мазовские одинаковые. А тут 35 и 30. Передний длинный на 5 сантиметров. Как он так? С кем-то сошел? А, он оборвало. Оборвало рулевую, блядь. Че Миша молчит? Рулевую оборвало. Не тот, который вот только что ехал еще перед стоянкой. Хуй знает. Он, ты которого обогнал, я еще за ним до стоянки придерся. Пиздец, блядь. Ну, бывает и такое. Следите, ребята, за рулевыми пальцами. Поперечной тягой ебаной. Бывает такое, блядь. Едем на приемку, вторая охотка с трубой. Кто, Идюшки? Миша, что купаем с утра, блядь? Пьем, короче, капучино какое-то. Серьезная. Первая распаковка капучино была, блядь. Тут пизданул этим. Его помешивать надо, нет?
высыпал, ебаный. Тут еще шоколад вот сверху высыпать. Че, еще наливай? Вот какие-то Маша и Медведь он купил, или что это? Хавал такие. Да нет, хавал это хавал, это пластмасса же, она горит, нахуй, ее поджигаешь. Все, у меня сейчас любители что купают, скажут, ебаный в рот. Кормит собачка. О, он косточку нашел? Ну. Косточку кинул, Миша холодец. Сейчас посмотрим, как у Миши холодец будет хавать. Мы если так будем собак кормить, мы с тобой хуже заработаем. Вот зачем так быстро съедать? Чем кайф не чувствует вкус? А? Съебала спина уже. Спина? Дело к распутице, вертолеты готовятся. Скоро начнем на вертолет. О, еще один. А что далеко ходить? Что, у нас их тут мало, что ли? Где он? Вон он. Один. Вот второй на посадку пошел. Вот от деревья туда садится. Кого-то забирать. Вертолеты подтаивали, да, Мишаня, перед распутницей? Да, уже видимо, начинаем на вертушках. Ну, а сейчас с верта пойдет вся вода сюда, все затопит, так все на вертолетах. Прибыли. Мишка, доливай. Пища богов, точно, пища богов, блядь, магазин закрытый был, котенка не увидели нихуя. Подружка знакомая, кстати, мне. Обраточку сегодня берем еще, это радует. Там у нас сидит один. Че Мишаня пытается? Там остался. Скажи, что палки оставили у тебя и у меня. Подруга, ну, пошли,
запчасти предлагаю. Рёбка. Это еще вода только начинает подходить. Она сейчас со всех, со всего, все идет, поднимается, все поднимется и будет полная жопа будет вообще. Ну, говорят, что мы потом летом будем ездить не по дорогам, а по направлениям. Просто покажут куда, и мы туда поедем. Белшина творит чудеса. Сейчас будем вытаскивать этого КамАЗа. Уйдем низкий, блядь, посмотри с этим, блядь. Это... кошмар. Ну эти КамАЗы последние уже, последние модификации. Ладно, сейчас будем вытаскивать. Вот от белшины следы. Воздух! Накачай, ага. От белшины след. Ну я пустой реально, я по бампер залазил. Идет. Но зимой, конечно, эта резина говно. Она не держит в плане. Маленько склон на льду. Все его просто сбрасывает. И буксует на месте. Под дух хреново. Строполя, между прочим, на севере зарабатывают в Тазовске, как, по крайней мере, спрашивал у строполей, 90 тысяч. Ну, у них работа ценится здесь на севере, это не считается как бы унизительным трудом, потому что здесь физический труд ценится гораздо важнее. Тут даже начальники участка получают меньше, чем строполя, потому что постоянно на морозе, у них вот так вот все завязано, только глаза одни. Ну, они бедняги, конечно, они горе хапают. Две смены, то есть там перекурить даже не будет. 24 часа, то есть, ну две команды работают, 12 часов ровно, вторые 12. То есть мы там плиты возили, это пиздец, мне их жалко было, пацанов. Мороз под 40, вот так вот завязано. Ну 90 зарплата. Как? Здоровье-то, конечно, оставляют. Хорошо. Переехали маленько и взяли. Все. Дальше пойдет. Белшина творит чудеса. Да я отъеду, ничего страшного. Летим на загрузку. Нужно успеть. Сегодня нам загрузиться. Завтра выгрузиться, завтра разбирают понтоны. Летим в путях. Без заезда домой, второй рейс. Как дела? Так просто на второй рейс наши тяпки снять, слышишь? Послышь, бородатый, слышишь? Бородатые тяпки. Вот загрузились. Наши два красавца стоят. Пропан там. Это МАЗ. Ой, МАН, говорю, блядь. МАН, неудачник. Три колеса подряд заехал и проткнул. Бедняга. Тут идет переделка. Четвертый день без остановки, да, у нас? Сколько будильник? На 7? Нет, столовая 8. 8 надо пойти. С 7 до 9. У нас такой скромный столик, то есть ничего такого. Капусточка. Водочка у нас такая сегодня. Какого типажа водочки вообще? Как тебе водка на вкус? Селяровская водка. Селяровская водка с оленями.
Так, подожди, ему стакан-то. Номер отрекламировать. Номер? Топанчина. Какой номер? Ладно, это все хуйня. А где у меня стаканчик-то ушел? А, вон он. Наливай давай, спать надо пора. Подожди, спать-то. Так, сегодня что, Мишаня, у нас было? Четвертый день, мы без остановки с тобой хуярим. Давай, что-нибудь скажи. Хуярим, да, я тоже нахуй закурил как опять. Охуительная тёлка на остановке была, ты его успел заснять. Успел заснять, но... Ну там реально нереально вообще. О, давай по этому. Сегодня зашел на загрузке, блядь. Ну мы, получается, без... Мы приехали с первого рейса, я уже говорил там нахуй. Заправились и в обратку. Не, сейчас подожди, я тут хочу сказать давай, что. Не, ну ты разлей, только не это. Чаня. И, ну мы уже все на привыкке, то есть. Загрузились. О, поехали, загрузились в второй рейс, сразу же не заезжая домой. Ну, так как у нас завтра по плану разбирают паромную переправу. Не факт. Ну не факт тоже. Мишаня, там не дохуя получается, слышишь? Там уже все остатки. Че мне выпало это фигня? Остатки. Сегодня на загрузке, блядь, смеялся, сука, аж слезы вылезли, нахуй. Когда стал это, зашел в YouTube на свой канал, блядь, и смотрел, стал эти комментарии. Думаю, посмотрю, пока есть комментарии, ловит это. Хуйня, помнишь, я тебе сказал по рации? А? Про типа, про этого. Ну нет, все комментарии, парни, спасибо огромное, приятные, то есть там все, что там... Колян, заебись, снимай больше видео, честно, приятно. Но один комментарий вообще пиздец выстегнул. Алеша-то этого. Про энергичи? Про энергичи. Да, была выложена видюха. А как она называлась? Ремонт энергичей? Ремонт или замена энергичей, что-то такое. Короче, комментарий пишет какое-то тело, блядь. Он два комментария даже написал. Одно написал... А, я сказал, что там... Бывают две причины. То есть это ослабевание болтов, отрывание энергичей, блядь. Как у меня было, блядь. За 10 лет один раз на 53-212, блядь, на десятчике. Да, бывает такое. И в нашей ситуации, это когда растаял лед, что у нас было? Пошла гребенка, отпали энергичи. Они неправильно стоят по 90 градусов. Они по 90 градусов, во-первых, стоят, во-вторых, они тяжелые, в-третьих... Да это все хуйня, подожди, да я дорасскажу. Короче, смотрите. Пишет, короче, второй комментарий. Пишет первый комментарий. Как он написал? Я написал, одна причина такая, а вторая, вот, типа, от гребенки. Он пишет, типа, не две причины, блядь, а одна. Ослабевание болтов. Типа, как может от гребенки отрывать энергичи, если они, сука... А, если у вас прицепы на воздухе? Скажи, Миша, посмейся ему в лицо, этому писунчику, блядь. Не, ну он если пишет, он, соответственно, не молодой, значит, у него оторвало, реально ведь. Ебать, кто написал этот комментарий, можно задать тебе вопрос? У тебя у одного прицеп такой, что у тебя энергичи стоят на прицепе, а не на балках, блядь. Причем тут, сука, воздушные подушки, объясни, пожалуйста. Я ржал, сука, я тебе говорю, до слез, блядь. Миша в рацию говорит, он что, говорит, долбоеб? Мы за один рейс 6-7 энергичей оторвало у нас за один рейс. Как лед растаял, пошла гребенка. Специально вот для того человека, который написал в комментарии. Родной мой, прицеп на воздухе, да, идет плавно, блядь. Давай еще, хочешь. Подожди, я тост хотел сказать. Да подожди, не пей, я тост хороший скажу. Прицеп идет плавно, но энергичи, родной мой, стоят на балке. Перелистай книжку. Устройство, блядь, автомобиля. И посмотри, что энергичи стоят на балке. Подушки не влияют. Хоть там, блядь, я не знаю, газообразная будет подушка. Хуй пойми, блядь, или пневматическая подвеска, нахуй. Пошла гребенка, оторвала у нас за тот рейс, нахуй, 7 энергичей на обоих КАМАЗах. В общем, на самосвале. Прервалось из-за Алены. Аленка звонит. Спокойной ночи, пошла. Вот. Подожди, что я хотел еще сказать дальше? О чем я закончил? Ты держи, нет, я сейчас тост скажу. Я что скажу? А, на самосвале оторвало чашку, нахуй. Еще к нам на загрузке подходил тип, что оторвало.
Не, да я просто хочу объяснить этому, блядь, кто там, я не знаю, сидит, блядь. Видимо, дома нахуй сидит на улицу, не выходит, 50-60 видео просмотрел, всем отписался нахуй, всякие комментарии. Фу, я самоудовлетворился, блядь. Я еще раз повторяю, то, что я знаю, я говорю, то, что не знаю, я не говорю, блядь. И если ты, нахуй, такой умный, приезжай, блядь, закрути. Каким мы ломом, сука, их затягивали? Он говорит, это не затяжки, блядь, Миша. Я на чашках метал еще такой. Ну, может, и на чашках метал. Да не, ну он сам по себе тяжелый, потому что пустой прицеп по гребенке вот так вот, нахуй, идет. Какой там энергач, нахуй, выдержит. Он выебнулся, блядь, написал, что, типа, от незатяжки. У всех отрывает, у всех ослабилось, нахуй, как лед сошел. Ёбаный рот, сука. Алёша. Ёба. Не, ну он меня рассмешил, пиздец, у меня, сука, аж это... Давай. Слезы, сука, были, блядь. Ржал, сука, до самой с этой, Светланы. Подожди, а где качество, Миша? А чё у нас камера, я не понимаю? А, вот качество. Так, это все хуйня, подожди, я уберу. Тут у меня эта штучка. Давай, я сейчас стою. Подожди, это все хуйня. Сегодня... Флаг ему в руки, в рот компот, не о нем речь. Сегодня у нас, ребята, ну не сегодня, мы выложим это видео, конечно, намного позже, потому что у нас видео куча накопилось, нет времени выложить. Сегодня у нас День Матери. Ты со мной согласен, Михаил? Прошел. Почему прошел? Сколько времени? Нет. Сколько времени? Без 20:12. Сегодня День Матери. Ребята, сегодняшний тост будет за матерей. Почему? Огромное им спасибо за то, что они нас вырастили, растили, всех я имею в виду. С маленького возраста радовались нашим первым шагам, блядь, постарались для нас делать как можно больше лучшего. А Михаил, подтверди, ну. То есть это все тяжелый труд матерей, который мы не осознаем в молодости. Есть, конечно, исключения, может быть, молодые парни, кто-то это осознает в молодом возрасте, но сам по себе скажу, что я это осознал. Михаил делает вид, что ждет. Сам я это осознал гораздо позже, то, что матерям это все было тяжело. Ну, что еще сказать? В общем, спасибо всем матерям, блядь. Кто меня поддержит? Да поддержит нормальные пацаны, не те пидорасы, которые разговаривают с матерями с хуя нахуй и посылают их, блядь. Они в натуре гондоны, блядь. Так пиздят у них деньги. Это гондоны, гондоны. За нормальных пацанов, которые уважают своих матерей, ребята. Все мы с вами будем родителями, дай бог, чтобы все были родителями в дальнейшем, в будущей жизни. И когда заимеем своих детей, мы поймем настоящую сущность и тяжесть воспитания детей. Мама за вас. Твоей маме спасибо. Вот такой добряк, видите, сидит. Фу. Казахстанская водка не идет, Мишаня. Да, была водка казахстанская, местная. Местская. Приобская. Сидеровская она водка, по-моему, какая-то. Квашеная капуста. Ну, мы сегодня не успели ни в столовую, ни в магазин, так что закусываем, чем придется. Давай скажи что-нибудь, чтоб тебе не писали больше подписчики, блядь, ну. Скажи. Сегодня на стоянке. Мы остановились с Мишкой. Подожди. Пошли взять кофе. Подлетает мужик, подходит ко мне, говорит. Слушай, я, говорит, тебя где-то видел, я тебя знаю. Сколько ему лет, наверное, 35, да, было? 37? Пускай максимум 40. Я в уборную тяну. В уборную. Со сталагмитами, блядь. С боевой лентой. С боевой лентой? Со сталагмитами он пошел в... Женский туалет. Это за хуйня. Там чище. Там чище, да, просто никто не ходит. Там просто нет женщин. Я, говорит, тебя где-то видел. Я говорю, а где видел? Наверное, на приёбке. Он говорит, нет, нихуя, где-то я, говорит, тебя видел. Я говорю, может, в Тазовске? Нет. В Тюмени? Нет, я говорю, на НПЗ. Да нихуя, где-то я тебя видел. Я, короче, только потом понял, что в интернете. А в Уренгое-то где я там, нахуй, я там в этой хуйне только работал, и все.
Нет, там-то он не мог меня видеть. Ну все, в общем. Всем пока. У нас этот рейс продлится 6 дней. Приедем и ставим машину на ремонт. Отмываем. Ну, у нас 3 дня уже прошло, это 4-й день. Завтра мы с тобой по-любому не успеем домой приехать. 6 дней будет рейс. Мы пригоняем, то есть поговорили с шефом, загоняем полностью их на мойку, прицепы отцепляем, полностью шприцуем. На КАМАЗах меняем фильтра топливные, масляные. Саун. Саун обязательно перед отъездом сюда. Подожди, я еще не договорил. Это потом массаж, спа-салон юганский. У Миши, кстати, особенность ходить в сауны. Почему нет? Надо спа-салон, если нормально. Так. Что хотел сказать? Да меня все еще тот тип смешит, блядь. Вот выебнулся, а, на всю страну, блядь. Хотел меня, блядь, это, пиздоболом выставить, а сам долбоебом выставился, блядь. Там прикинь, сколько комментариев внизу пойдет. Ты, Алеша, блядь, у тебя. Ну, подожди. Бля, если меня угорал, выебнулся, но не в ту сторону. Что, у папы нахуй возьми, спроси, подойди, блядь, где энергочи крепятся. Подожди, что я хотел сказать. А, вот мы, короче, меняем масло, фильтра меняем, в мостах, в бортовые заливаем хорошее масло, потому что заебались. Но у тебя, Мишка, не бегут, да, уже сальники? Я ставлю сальники, снова какие были, только новые. Не, сальники не бегут, подушки заебись работают. Подушки, Мишки, еще будем пружины переделывать, скорее всего, мановские, попробуем, чтобы помягче. Потому что, ребят, по-честному, китайские, хочется маленько, чтобы помягче было. Может быть, на приёмке это и хуже будет мешать, чтобы помягче. Жесткие надо. Вот такие же тогда и ставят. Эти ебаные клеотековские передние, задние хоусские, ну оба хоусские. Ничего, потому что не разбирается, линблоки живые, то есть кабина все живое, ничего не оборвало, все исключительно. Работает, я уже сколько, месяца два, наверное, езжу, без изменений. Вот, мы, машинки мы доделываем, запаски прикрепляем, желательно еще ремни взять. Запаски на ремни прихуярить, цепи сегодня, Мишка, да, увидел? На цепи прихуярим, запаски еще. Закрепимся и мы едем сюда. Работать месяца на два, ребята, на постоянку. То есть, если видео не будет выходить там месяц или полтора, то мы где-то в тундре. Ебашим, с медведями играемся в мячик. Тундра была, блядь, в Тазовском. Тундра была в Тазовске, здесь тайга. Я согласен. Ну все, в общем. Здесь болото одно, блядь. Вот и все, в принципе. Это у нас последний рейс по асфальту. Не знаю, сколько мы там будем. Все, всем пока. Пока. Мишаня. На стоянке еще тип узнал. Вчера ночевали на стоянке, узнал. Парень написал, что типа ты, говорит, с моим братом вместе ночевал на стоянке. Ну приятно, честно, ребята, все. Всем огромное спасибо. Мишаня. Заебал меня. Все. Проснулись, доехали до магазина. Сейчас пойдем что-нибудь пожрать возьмем. Повидаем котенка. И все. А, да, кстати, на севере, ребята, самая модная обувка – это сапоги. Здесь моднее не придумал. А где Мишаня у нас? 600 рублей, я самый модный. Сейчас посмотрим на котенка. Доброе утро. Че? Модный, да, деревенский вафля. Парень? А? Вафля. Да. Вафля? Схуяли. Ну все, сука, сам весь как это. Пошли на котенка посмотрим. Куда вот там идти, блядь? В чешках. Ну сейчас посмотрим, как ты пойдешь своих, блядь, с сеточками нахуй. О. Легко. Че? Легко и просто по тропинке. Давай, давай. По тропинке, блядь. Где там тропинку-то увидел? Нет. Сейчас котенка снимем. Ну давай. Багира наша. Нет еще. Багира? Не знаю, он будет, нет, он там столовый, наверное, покушает. Смотри, он телефон. Привет, передай. Глазки такие у него. Что это еще? Игрокин. Шашлыками, Саня. Вы знаете, это не плохой препарат, но, к сожалению,
наступит кто-нибудь. Так, ну все, затарились маленько. Котенок, такая девочка, звать ее Багира. Вот. Мелкая, смешная. Ну тут так же, короче. Шнычка маленько на дорожку. Там запарить немножко и все, трогаем потихоньку. Поехали. Мишаня у нас спереди. Это вот четверо мужиков так грузили вчера на другом складе. Поняли, да. Скачет, найти бы дорогу. Уходим, уходим, идем прямо к Богу. Эх, дороги опыли так уман. А сердце колодит большой барабан. Здесь пришел распутиться. Мишаня, недавно стая просто такая колонна билась. Сколько там примерно машин? Короче, там полная жопа. Вот в том месте, где мы тонули, где нас таскали трактором. Уёб твою мать, сейчас я вам сниму, это будет пиздец. Но мы сейчас, наверное, сапожки, а ёб твою метик там, сапожки оденем, блядь, пойдем прогуляемся, посмотрим, что там в этой няше, попробуем снять, что там такого интересного. Сейчас вот у меня колонна будет все видно, я попробую поснимать, сколько там их. Пешком-то уж не пойдем, у меня памяти не хватит нихуя их всех снимать. Кирвиц даже стоит, что такое? К-700, кирвиц это по-деревенски будет. Давно стоят, конечно. Ладно, покушали и с собой взяли. Отсюда снимем. Все, встаем мы. Встанем, что делать. Наш УАЗик, кстати, шефа, у шефа легковых машин около 150. Нивы, шевики, УАЗики, батоны, Бразилия. Мерседесы, микроавтобусы. Си, давай. Пока в пробке стоим, решили заняться переливками. Давай, сосу. А что я почему? Не до конца. Физику все учили? Физику все учили? Блять, мы не бритые, пиздец, да? Нахуя ты так далеко запихал? Запихиваю немножко. Придерживаем здесь, чтобы не было такого изгиба. За щеку сильно не бери. Пошла в жопу. Пошло. Колян сыт так же. Попиздить вот ты, блядь. Гораст вообще, блядь. Держи его здесь, чтобы не перегибало. Ну поехали, газончики всякие, поехали. Там у нас еще КамАЗы. Трактор вот что стоял, мозг ебал, давно бы туда уехал. Равнять, блядь. Ну те-то я не знаю, как пойдут КамАЗы. Он, видишь, с разгона пытается. Простые шоссейники, блядь.
Сейчас жопа будет. Блять, это еще вода не поднялась. Тут, ребята, вода поднимется, будет вообще пиздец. Тут почему там селя вода поднимает? Все, говорит, в воде было. Чуть не столбы не напополам. Ну тут-то не видно по столбам, можно было посмотреть. По воде. В середине лета будет жопа. Полная, бля. Курим стоим. Где вот тут, как тут от ходырей зарабатывать? Никак, благо на кладе. Смотри, он разгон берет какой, ёпту иметь. Вазик, не может выехать. Не может выехать, Вазик. Они тут-то нахуй не пройдут, куда они лезут? Там не видят. Видят, что машина выйдет. Все, ладно. Там мы еще не дошли. Так я не знаю, чем он стоял. Мозга ебал. И идем, пока еще не дошли. Сам пойдет века. Яма, конечно, хулиган, бесхулиган. Короче, мы тут на сутки застряли точно. Никого у нас слава тебе. Вазик-то вещь. У вас против 200-го сейчас будет. Чуть-чуть не дотянул. Пошли толкать. Вот проверим, у вас и 200-й. Короче, УАЗик сдал позиции, сейчас посмотрим, как 200-й будет проезжать, да, Михаил? УАЗик не может, инжекторный УАЗик, ах, какая разница, Сарион его нахуй приподнял. Ему какую-то можно было мигалку-то поаккуратнее сделать? Пойти с трактора-то снимать, там не видно будет. Заодно обзор трактора снять. Это север. Сейчас тут пока коротыши пройдут, потом мы только пойдем, тебе чисто. Да ты смотри, там колонна-то, она аж, аж вот там еще. Ну, кто пойдет. Теперь в деле. Патриот в деле сейчас будет. Накатывает себе, проскочить. Хочет вот туда, наверное, дернуть. Умеет. Почти. Кто-то призывает, пошел. Его уже хоть пихнешь, наверное, да? Вышел, смотри, патриот. 200-й.
покажет нам, что такое внедорожник. Кроссовчик. Движок даже не напрягает. Теперь батон. Тест-драйв, короче, всех автомобилей в грязи, блин. Всех видов УАЗиков. Ниву только не снял, да, как она рюхнулась. Ну, батон-то вообще он проходимая штука. Теперь патриот пикап. Тест-драйв всех автомобилей.